в Телеграме тоже и везде, где нужно, мы с вами встречаемся. Очень вам советую, подпишитесь в Телеграм. Подпишитесь в Телеграм, и в Телеграме удобно потом слушать. Это можно аудио слушать, послать кому-то аудио можно. Очень классная тема в Телеграме. Единственное, что, что видео у меня в Телеграме почему-то не работает, но почему не работает, непонятно. Значит, ну, бывает. Все. Значит, сегодня мы, сегодня мы Находимся в 27 число месяца Минахим Ав, 27 ава, 24 августа. И продолжаем изучать книгу Аем, Йом, Йом. Сегодня день. Значит, вот очень отлично Давид Кост из Санрема, большой шалом в Украине, большой шалом Санрема. Да, засуха там у них в Санреме тоже говорят, за 500 лет не было такой засухи, как сейчас в Европе. То есть мир, вы видите, качает. И можно сказать конкретно, что Всевышний недоволен нами. Он нами недоволен, потому что тут засуха, как за 500 лет такой засухи не было. Тут, значит, война за Третья мировая война практически, да. То есть в... Всевышний нами недоволен. Мы должны, мы должны задуматься. И сейчас мы приближаемся как раз к месяцу Илюль и Роша Шана, к Дню Суда. И мы должны задуматься все. И вот сегодня нам говорит книга Йом-Йом, что в этом году, значит, в год издания этой книги Йом-Йом, этот день пришелся на субботу, когда благословляют месяц Илуль. Вот в этом году тоже в субботу в эту благословляли следующий месяц. Наступает месяц Илуль, и суббота перед новым месяцем, значит, стоят в синагоде с Торой и говорят Всевышний, вот, чтобы наступает такого -то, в такое-то число, в такой-то день недели наступает новый месяц, и значит, чтобы месяц этот был хороший, веселый, радостный, благополучный, чтобы все было хорошо. Такая молитва в субботу, которая перед новолунием. И вот как раз, когда эта книга выходила, значит, благословляли месяц и Луль. Как, как делают в Хабаде? Это такой хабадский обычай. У них есть своя такая технология, да, технология, как благословляют. Рано утром они собираются в синагоге и произносят всю книгу псалмов. псалмов. 150 псалмов, значит, псалтырь, да, псалмы царя Давида, Тейлим. Это 150 псалмов. Если читать каждый псалом, допустим, возьмем минута, это два с половиной часа, если по минуте каждый псалом. Немало. Они все разные, есть коротенькие, есть длинные. Значит, ну, в среднем по минуте, два с половиной часа. Вот они читают эту всю книгу псалмов, значит, полностью прочитывают. И в течение дня обязательно есть хаббатские обычаи, устраивают фарбриндин. То есть молятся утреннюю молитву в субботу, и потом садятся все, значит, делают кидуш, Лыхаем и э, фарбриндин это такое хазитское застолье, благословляют новый месяц, рассказывают чудеса Всевышнего, э, свои какие-то берут на себя хорошие обязательства в служении Всевышнего. В общем, такая, как бы все вместе э, усиливаются в служении Всевышнего. Дальше написано так: Илуль вот этот месяц месяц подведения итогов. Подобно тому, как в сфере материального, для того, чтобы бизнес шел, шел как следует и давал большую прибыль, бизнесмен должен время от времени производить отчет и исправлять допущенные ошибки. Вот у меня, например, есть правило. Я когда начинаю какой-то проект новый, первым делом я делаю то, что называется дашборд. Дашборд – это показатели проекта, выводятся на одну табличку, и мы выбираем ключевые показатели этого проекта и начинаем их ежедневно наблюдать. То есть без вот э, такого дашборда невозможно начинать проект. Как мы знать будем, он идет в том направлении, не в том направлении, правильно, неправильно. То есть по каждому сотруднику есть его как бы вклад в этот дашборд, в общие цифры, и цифры, которые определяют его работу, да. То есть это то, что я взял из сторы, потому что в месяц илуль нужно провести подсчет, и как вот это всегда, когда я в Тору пришел, об этом говорится везде, везде, везде. Хишбон нефиш. Нужно все время давать себе отчет, наблюдать за собой, давать отчет. Особенно в, вот в этот месяц Илуль перед Рожа Шана. И приводят всегда в пример бизнес, как бизнесмен должен время от времени производить отчет и исправлять ошибки, так и в духовной работе по служению Всевышнему благословен он. Ведь в течение всего года евреи занимаются изучением Торы. То есть еще раз, мы изучаем Тору. Тору обязаны изучать и соблюдать евреи. Те, которые... Евреи, это как спецназ, это Всевышний выбрал для себя народ, который был рабами, был рабами в Египте. И он говорит, теперь вы будете рабами мне. То есть полностью посвящайте свою жизнь служению. Понятно? Понятно. Значит, и вот вся Тора, это о том, как служить Всевышнему. Теперь тот человек, который хочет узнать, как служить Всевышнему, он может тоже изучать Тору, не будучи евреем. Тот человек, который определенной части Тора, которые там не касаются таких деталей, подробностей служения. Тот человек, который хочет стать евреем и посвятить себя служению Всевышнего, хочет стать рабом Всевышнего, он может принять иудаизм и взять на себя вот эту вот обязанность, огромную обязанность, которую, если ты выполняешь, у тебя есть награда, если ты не выполняешь, то есть наказание. Это как человек идет в спецназ, да, там в Израиле, чтобы попасть в хороший спецназ, есть конкурс, иногда 100 человек на место, чтобы попасть в спецназ. А за что они борются-то? За то, чтобы по 5-6 часов в день умирать на тренировках каждый день, и потом идти в самые опасные места, где их могут убить. Но, значит, зато спецназ, самый крутой спецназ. То есть, вот здесь это такая палка от двух концах, да, то есть ты, с одной стороны, ты берешь на себя заповеди, через которые у тебя есть возможность очень сильно приближаться к Всевышнему, но с другой стороны, если ты этого не делаешь и ты потом нарушаешь, то такая проблема огромная. Я знаю несколько человек, которые приняли иудаизм, а потом перестали соблюдать. И это очень страшно. То есть я вот смотрю на их как бы, ну, внутреннюю жизнь, у них внутри очень такой в, ну, нехороший процесс, да, они боятся. Потому что ты когда вначале как бы поклялся Всевышнему, я буду соблюдать, а потом ты делаешь шаг назад, это, это серьезно, человек внутри чувствует какое-то, но ну, очень, очень неприятное ощущение. Хорошо. Так еще раз. В духовной сфере. В течение всего года евреи занимаются изучением Торы, исполнением заповедей и приобретением добрых качеств. То есть постоянная работа над собой. Все время ты должен стараться делать добро, не делать зла, ни про кого плохо не сказать. Там сотрудник у тебя, значит, заплатить ему вовремя, там все. То есть это очень, очень регламентирует, очень обязывает. В месяце Луль который является месяцем отчета. Каждый из евреев в соответствии со своими мерками, как сидящие в шатрах, это сидящие в шатрах, это те, кто целый день учит Тору. Это очень вообще, на них самая большая ответственность, потому что когда ты как бы, ну вот целый день ты находишься в постоянной близости со Всевышним, то там их прямо Всевышний судит за толщину волоса, да, то есть у них очень Такая, все говорят, вот, религиозные, типа, не работают. А вы попробуйте так не работать, да, просидеть целый день, учить Тору, жить без денег и попробуйте в Штраммере походить. Это работа, работа, это дикая работа. Никто не хочет, знаете, как в Израиле есть такая антирелигиозная пропаганда? и там говорят, вот эти религиозные, там, они не работают, только, только они паразиты. Так что ж ты им завидуешь? Ну, пойди, не работай. Ты хочешь стать таким паразитом? Не, я не хочу стать таким паразитом, потому что мне вот так вот сидеть, не работать, учить Тору, это я не могу. То есть... Это огромная тяжелейшая работа. Значит, самое тяжелое, как сидящие в шатрах, так и занимающийся бизнесом, которые просто работают, соблюдают, таких большинство религиозных. Все должны произвести в душе своей честный отчет о том, что произошло с ними в течение года, чтобы выявить достоинства в своем служении и укрепить их, а также обнаружить недостатки в себе и в своем служении и исправить их. С помощью этой тщательной подготовки каждый из нас удостоится хорошего и сладкого года и в материальном, и в духовном. То есть надо будет, вот мы сейчас, наступит месяц Илуль, я думаю, что мы, наверное, сделаем все-таки дополнительный урок. Это будет очень красиво и очень правильно, и очень по, по именно по технологии. То есть, как бы отменить этот урок нельзя. А в Илуль мы должны добавлять, добавлять, показать Всевышнему. Смотри, я там весь год отдыхал. Знаете, как перед экзаменами студенты начинают усиленно учиться. Также месяц Илуль мы поднимем как бы там, сделаем еще 10-минутный урок, наверное, по книге, наверное, есть книга, называется «Шарейд Шува. Ворота раскаяния». Или какую-то возьмем книгу, есть вообще прекрасная книга, прекрасная книга, значит, вот она, Равыцкак Зильбер, называется «Осенние праздники». Мы, наверное, ее будем изучать. Вот эту книгу мы будем изучать. «Осенние праздники», видите? Значит, «Осенние праздники» и «Книга Йоны». Читают книга пророк, книга Йоны, это читает ее в Йом типур Значит, мы вот эту книгу будем изучать, и, значит, с Божьей помощью перейдем к царю, Прям скажем, смотри, мы не просто год ходили на уроке, мы вы, вылули, мы еще усилились. И что, и удостоимся мы хорошего следующего года, хорошего и сладкого года и в материальном, и в духовном. То есть чего нам очень сильно не хватает, потому что сейчас к сожалению, вы видите, в Европе засуха, в Восточной Европе война, конкретная война, там дальше закрывается железный занавец, Китай, вообще засуха, пересохли реки, Китай просто вообще в каком-то, ну вот вообще в катастрофе, да, что это такое? Ну, то есть, явно же, что Всевышний как-то недоволен нами. Мы должны, должны очень как бы задуматься, задуматься. Понятно, что в сан пока нормально. В сан пока нормально. Но все равно надо, Давид, тоже задуматься. Все. Хорошо. Теперь у нас идет книга «Обретение неба на земле». Книга «Обретение неба на земле» даются тоже советы, советы, хорошие советы, как нам обрести небо на земле. Значит, говорит автор книги. «Сам факт того, что вы знаете о чьей-то беде, сам факт того, что вы знаете о чьей-то беде, означает, что в ваших силах ему помочь. Иначе почему это знание вошло в ваш мир? То есть мы исходим из предпосылки, что Всевышний каждому из нас дает постоянный поток реальности, который входит к нам в голову, для того, чтобы мы в этой реальности, каждый в своей реальности находится, каждый в своих испытаниях, каждый в своей какой-то выборе, да, каждый, у каждого свои сложности. И чтобы мы в этих сложностях, мы духовно росли. Это как а, такая задумка. Игра такая. Теперь, а, если мы знаем о чьей-то беде, то, значит, Всевышний спрашивает, как бы, ну, как ты поступишь в этой ситуации? Тут есть, как ты его оценишь? Например, кто-то говорит, так ему и надо. В этот момент он себе делает суд на рожа жена, потому что он делал то же самое, и ему еще неприятность не пришла, и как раз на небе над ним висело три варианта неприятности, да? И когда он увидел, как кто-то сделал то же самое, что сделал он, и получил самый жесткий вариант, он вместо того, чтобы сказать, жалко, как его вообще, Господи, пожалуйста, помоги ему, чтобы его попустило как-то от этой неприятности, это, ну, как бы он слишком страдает. В этот момент, оп, переключил себе на самый легкий вариант, а, а кто-то говорит, так ему надо, еще сильнее за это надо наказывать. Оп, он себе переключил на самый тяжелый вариант. Та мера, которую человек меряет, меряют ему. Понятно, да, очень важно: не судите и не судимы будете. Вернее так, мы не можем не судить, и нас все равно будут судить. Поэтому фраза не суди, да не судим будешь она неправильная. В ней смысл какой: не суди жестко. И тебя не будут судить так же жестко, потому что мы по-любому судим. Человек не может посмотреть ни на что, не оценив это. То есть мы смотрим и оцениваем. Как есть анекдот, когда Вовочка, он поехал в Шаолинь и пишет родителям письмо. Родители, я вот здесь в Шаолине изучаю безоценочное восприятие мира. Так что, как дела у меня? Дела у меня сейчас никак. Поэтому дела у меня никак, потому что я их не оцениваю. Но человек все время оценивает свои дела. И поэтому фраза «не суди, да не судим будешь», ее надо понимать «не суди жестко и не будешь жестко судим». «Суди мягко, будешь судим мягко». Понятно, да, Иди? Теперь, значит, рассказывается здесь история в книге «Обретение неба на земле», что Арик Шарон, был такой, помните, Арик Шарон, который был премьер-министр Израиля, Будучи министром обороны Израиля, до этого он был министром обороны, получил аудиенцию Рэба. Позднее генерал рассказал своим друзьям, как сердечен был с ним Рэба. Просил его не улетать на следующий день, как он планировал, а задержаться ненадолго. То есть Рэба его уговаривал, значит, задержаться и не улетать на следующий день. Любовичские друзья генерала Шарона объяснили ему, что Рэба никогда не говорит таких вещей просто из вежливости. И настояли на переносе полета. Вскоре стало известно, что самолет, на котором должен был лететь Шарон, был захвачен и посажен в Ливии. Представляете? Другой израильский министр, удостоенный аудиенции у спросил его, почему он, зная о готовящемся захвате самолета, не попытался его предотвратить, не сообщил об этом властям. «А вы думаете, я знал?» – ответил Рэба очень серьезно. «Это было не пророчество и не знание. Просто когда я вижу кого-то, мне хочется сделать ему добро, вот почему я сказал то, что сказал. То есть люди на уровне таком, как Рэбби, вот мне повезло, что я знал Равыска Казильбера, он был на уровне то, что называется Руаха Койдыш, Святой Дух, да. И он, вот просто, он когда говорил что-то, он мог не задумываться. Но это было как раз, вот, ну вот, как пророчество шло через него, да. И, значит, здесь Рэблю Бачте, это было то же самое, он просто увидел Шарона, сказал ему, он почувствовал, что ему не надо лететь, что ему будет хорошо остаться. Сказал ему, он остался и так далее. Теперь, но что сделал потом Шарон? Шарон, когда он был премьер-министром Израиля, он подписал приказ о выселении Кушкатифа. Гушкатиф это там были еврейские поселения, и он приказал отдать их ну, жителям Газы и так далее. Они пришли туда, эти жители Газы. А и что интересно, когда он подписывал, это было там за пол, больше, чем за полгода до выселения. И как бы правительство идет же по календарю, по которому весь мир идет. То есть он не был религиозным, Шарон. И когда пришло время им выселения Гушкатифа, оказалось, знаете, на какой день это было назначено? На 9 ава на 9 ава, день разрушения первого храма, второго храма. И это было страшно. Семьи, поселенцы, которые жертвовали собой, заселяли, строили, сделали там рай просто. Был этот Гушкати в рай, там были фермы, сельское хозяйство. Сейчас это все пустыня, все разрушено. Пришли арабы, разрушили синагоги, все разрушили. И значит, что было с Шароном? Шарон, он почти год или больше даже года пролежал, потом он не умер, а у него случился удар, и он в коме лежал, как, как, ну, просто в коме, знаете, лежал там больше года. Можно погуглить, сколько Шарон пролежал в коме. То есть он, и туда его на небо не пускали, и отсюда он уйти не мог. Это было очень-очень такая у него период тяжелый, да, то есть он сделал но ну, вещь, которую, в принципе, многие говорят, что не надо было делать, это было ну, настолько преступление. И не было пользы, потому что сейчас в этой же газе в... стоят, вот там, где у Гушкатив, стоят ракеты. Да? 5000 ракет Хамаса стоит там, где раньше стояли в ресте семьи, фермы, поселенцы и так далее. Вот и все. Вот и все. И сейчас они увидели силу. То есть они как бы, ну, они живут другой концепцией. То есть у них концепция дикая такая. Дикий человек. То есть если ты проявляешь слабость, он идет дальше, он идет дальше. То есть надо понимать, если с культурным человеком ты можешь сказать ему там, быть добрым, уступить, и он уступит, то если на тебя идет враг, который, который понимает только язык силы, и он идет, то есть он в другой живет концепции, ты не можешь ему уступать, потому что это твоя уступка, он ее не расценивает как хороший поступок, он это расценивает только как слабость, и идет дальше, дальше, дальше и дальше. Все, поэтому это очень такая удивительная история. Все, и чуть-чуть мы из недельной главы сегодня. Давайте посмотрим, значит, книга «Дворим». Недельная глава «Ре». Смотри, я даю перед тобой сегодня благословение и проклятие. Значит, здесь отрывок такой. «Баним атем ля ашем Хем. Начинается сегодняшний отрывок. «Сыновья вы для Бога Всесильного вашего». Ло тигодеду, вло тасиму, карха, бен и Значит, не делайте сыновья вы для Бога Всесильного вашего. Не делайте себе надреза и не делайте плеши между ваших глаз по умершему. Значит, раньше в то время видно была такая традиция у этих идолопоклонников, которые были в то время, ну, были дети и люди, да? Сейчас тоже люди такие есть, ну, странноватые дети. Знаете, вот я смотрю иногда, в мужчины, там, и женщины тоже делают такую дырку в ухе и вставляют туда вот так вот, растягивают вот такую вот какую-то гайку. Потом, значит, есть женщины в Африке, они такие кольца, кольца, кольца одевают, шею вытягивают, да, губы прокалывают, язык прокалывают, там, ну, в общем, жуть какую-то с собой делают. Зачем? Это сейчас, но сейчас это делают единицы, а раньше это было, ну, просто люди были раньше, как мы вчера в вчерашнем отрывке читали, что Раби Атива говорит, я лично видел идола поклонника, который связал своего отца и сжег его перед идолом. Да? То есть раньше люди, я бы, может быть, это не сказал бы, ну как, я верю, конечно, Раби Ативе, но я когда читал книгу про дневники конкистадоров, Кортес и конкистадоры, это было меньше чем 500 лет назад, и как они приехали, где были эти инки, ацтеки, и как они описывали эти человеческие жертвоприношения и храм, он говорит, когда мы зашли в храм, по щиколотку крови. Зачем далеко ходить? Был вот этот, чтобы стерлось его имя, доктор Мен, Менделе его звали, да, который в, в концлагерях, он детей там убивал живых, делал на них живых операций там все. То есть, ну, люди бывают хуже или все вот эти чекатилы и так далее. То есть люди бывают страшные. Но сейчас это единицы, а раньше это была норма. Вот у этих идолопоклонников, которых Всевышний уничтожил всех, поэтому все эти древние цивилизации и были уничтожены, потому что они были страшные злодеи, просто страшные. И сказал: Значит, Всевышнее, что не делайте, то есть даже внешне не берите никакие внешние атрибуты вот этих вот страшных и поклонников. Потому что народ святой ты, для Бога всесильного твоего, и тебя выбрал Бог быть Ему народом, народом Сгула, сгула это как бы выделенным: Миколя Амин и всех народов, а Шеральтные Адама, которые на земле. То есть Всевышний выбрал еврейский народ как спецназ э, в заслугу Авраама, Ицкака и Якова, про отцов, которые полностью были преданы Всевышнему на уровне, что, ну, то есть для них не было эго, не было я, не было я хочу, а полностью они были э, соединены со Всевышним. И Всевышний сказал, все, вот теперь от вас пойдет народ. Но когда Всевышний увидел, тех, кто от них пошел, братья продали Юсефа, он увидел те негативные, негативные примеси, которые остались у потомков Авраама, Искака и Якова, и он их направил тогда на, в египетское рабство, где их просто, все у них эго просто спрессовали и убрали, и потом, когда они уже были полностью без эго, да, раб, у него нету его желания. То есть их дрессировали, что у тебя нет своего желания, нет своего желания. Ты выполняешь только приказы, только приказы, только приказы. Потом Всевышний выводит их чудесами и говорит, ну все, теперь давайте выполняем мои приказы. Вы спецназ, вам уже нечего бояться. Для вас все, что лучше, чем рабство, это идеал вообще, да о чем вы говорите, вы были рабами, то есть для вас теперь вы должны каждый день утром вскакивать от радости, спасибо Всевышний, спасибо, что я живой, спасибо, я не раб, и выполнять заповеди. И они, значит, бах, природа человека, и они начинают против Всевышнего выступать, и опять они боятся, опять они жалуются и так далее. Но, в общем, Всевышний сказал уже, ну что делать, уже, значит, будем с этим материалом работать, и вот здесь как раз Всевышний говорит, ты народ святой, выделенный, тебя Бог избрал быть ему народом выделенным из всех народов, которые на земле. И дальше говорится ему, то халь коль то не ешь ничего отвратительного, запрещенного. И дальше идет перечисление, чистых животных можно кушать, животных, которые хищники, которые там, ну вот, значит, вначале идет про крупных животных свинью нельзя кушать, жвачку она не жует, нечиста она для вас. От их мяса не ешьте и падали их не касайтесь, даже нельзя свинью трогать. Вот кто захочет погладить свинью, тоже нельзя. Значит, из всего, что в воде, можно есть только тех, у кого есть плавники и чешуя. Все, ничего больше, никаких. Я вам скажу, я купил маме аквариум с лобстерами маленькими. Так, эти маленькие лобстеры, их было четыре, остался один, который сожрал всех и половина еще осталась, осталось полтора. Он второго этого маленького от, откусил ему одну клешню, и остался маленький, у него видно в рабстве с одной клешней, там сидит забитый, и этот один сидит, я вам хотите сфотографирую, страшный такой лобстер белого цвета, но вот такого размера, и он всех поубивал, такой сидит, и у него куча вот этих ног каких-то, и он ими все время шевелит, и так вот этими клешнями шевелит. Нельзя его есть, потому что кто его съедает, становится таким же лобстером. То есть конкретно вот эти вот сидят девушки, которые устрицы едят лобстеров в ресторанах. Вот они становятся как лобстеры и как устрицы. Вот прям конкретно по характеру, по внешности, по всем качествам своим душевным. Поэтому нельзя есть вот этих вот всех, как они называются, морских гадов. То есть все, кто едят морских гадов, тоже становятся гадами, такими же морскими. Все. А мы, значит, едим чистую птицу, всякую чистую птицу ешьте, а вот чего нельзя есть? Орла нельзя есть, стервятника нельзя есть, грифа нельзя есть. Гриф питается падалью. У него вот эта лысая голова, он ее в кишки засовывает и питается падалью. Кто съедает грифа, он перенимает его качество. Но кто хочет быть как гриф? Никто, наверное Значит, и кречета, и сокола, и коршина нельзя есть, никого нельзя есть. Ворона нельзя есть, страуса нельзя есть, филина, чайку, ястреба сыча, сову, летучую мышь нельзя есть, пеликана. Значит, вот смотрите, если мы скажем, что Машер Абейна, Машер Абейна Моисей, он, откуда он знал? Он же жил в Египте, потом был в пустыне. Здесь идет перечисление полностью всех видов, которые живут на земле, хищные виды, чистые виды. И говорится, что вот, ну, в общем, Тора с неба, это факт, все, друзья, удачи вам, успехов, чтобы Всевышний благословил каждого хорошего, доброго человека, который стремится выполнять волю Всевышнего, и чтобы Всевышний слышал, мы слышали, чтобы Всевышнего, что Он от нас хочет, а Всевышний слышал наши молитвы, и чтобы каждый то, что просит у Всевышнего, Всевышний дал для вашего, нашего блага. Все, всем хорошего дня, удачи, успехов, до завтра.